Немцы сегодня вошли в Великий Новгород, пришли гости с миром, даже в доказательство этого с подарком, символическим колоколом. То, что титаны достигли Великого Новгорода, было видно издалека и за много километров позади обоза. Даже те, кто самих гостей на дороге не застал, мог догадаться, что там впереди весомая причина пробки. Вереница машин растянулась от Ермолина до Новой Мельницы. А вот на встречке действительно царило праздничное настроение. Проезжающие водители махали руками в ответ улыбчивым гостям. Пешеходы тоже доставали мобильные телефоны. Только спустя 3 часа в сопровождении сотрудников ГИБДД процессия достигла Софийской площади. Здесь уже встречала толпа, так что попасть в сердце Кремля делегации удалось только после того, как новгородцы провели фотосессию. У башни Кокуй состоялась торжественная церемония встречи гостей и передача колокола мира. Остальные подробности финала путешествия титанов в наших следующих выпусках.